Драка фанатов. За два часа до матча «Заря» «Фейенорд» в центре Одессы произошла драка между болельщиками. Обе стороны конфликта получили незначительные травмы. Также пострадали машины, находившиеся в эпицентре события. Продолжит тему Евгений Салтан. Все случилось около 6 вечера на улице Канатная. Сначала были словесные перепалки, а затем болельщики начали кидать камни. Кто затеял потасовку, пока неизвестно. Но, по словам одного из очевидцев, спровоцировали конфликт фаны голландского «Фейенорда». Это голландский матукал, а они побили вот так, получается. Голландский тоже виноваты. Если он спокойно зашел бы, а драк не был. А кто спровоцировал? Ну, голландский это мужик сделал. А что он делал? Ну, матукал он, как я не хочу перед камерой сказать, английский матукал, а ребята победили, ему и все. Во время потасовки едва не досталось нашему оператору. На него с агрессией кидался голландский болельщик. Сама драка длилась около получаса. После болельщика «Фейенорда» в сопровождении полиции доставили на стадион «Черноморец». Евгений Салтан, Михаил Данилов, Евгений Ячменцев, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Полиция сообщает, что в ходе драки никого не задержали.